go. Let's go. Wait. Тихо. Wait. Please, answer. Please. Чемпион нужно, и чтобы имел хорошую команду, и чтобы хорошо работал, конечно. Но нужно, чтобы чуть-чуть счастлив был, да? Мы в этом году имели все, практически заслуженно, думаю, чемпион. Чемпионы, я не верю, она на моей шее. Я так долго ее ждала, вы не представляете просто. Это моя первая медаль вообще в чемпионате России. За мой прошлый сезон я, наверное, все грехи, наверное, искупила сейчас. В общем, я благодарна всем, моей команде, вообще всем, кто меня поддерживал. Просто я очень рада. Ну и, так сказать, на десятилетие моей карьеры в Суперлиге у меня прекрасный подарок. Очень шикарные эмоции, наконец-то дождались этой победы, и очень сильно к ней шли, долго старались, поэтому ура! Это, честно, невероятное ощущение, когда ты стоишь на этом пьедестале и получаешь эти медали, этот кубок, и это, конечно, забываемое ощущение, которое остается, ну, на всю жизнь, и побольше каждому таких эмоций, моментов, и браво Динамо Барс, браво девочки, браво тренер Станислав, браво все, кто сегодня с вами присутствующие, болельщики тоже, так что спасибо.
Она лучшая сведущая. Это моя подруга. Вчетвером победный в раздевалке! Педро, 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 Эмма! Эмма! Педро, Педро, Педро! Я безмерно горжусь, что у нас был такой сезон. Было все, было хорошее, плохое, но мы пришли к этому результату все вместе. И мы лучшие!